что ж, из больницы сбежала, что ли? Ага. Где болит? Да уж, нету боли. Прошло. Между прочим, меня зовут Дашей. Ну и что мы будем делать с каморкой нашей? Мне деваться некуда. А что случилось? Не здешняя я. В институте училась. А сюда как попала? Знакомый позвал. Художник. Здесь был ужасный развал, а я типа следила за чистотой. А в больницу-то с чем? Ну, прям святой. Ни заразы, не бойся. Просто крыша сползла. Неудачный роман. Влюбилась в козла. Крыша? Это как? Отклонение, да? Да какие отклонения? Хрень, ерунда. Это вы с отклонениями, бесовская рать. Мертвоеды. Ты что ж так сразу орать? Вот тебе не хотелось отбросить коньки? Коньки? Ну, копыта, допустим, с тоски. Не хотелось тебе репу размозжить кирпичом. Ты что, с дуба упала? А я здесь при чем? Извини, перегрелась. Не по делу, галдеж. Хочешь, пол здесь помою, если тряпку найдешь? А, это ж платье. А можно я надену его? А то кроме пижамы у меня ничего. Ну и как же ты жить собираешься, мать? Молодую и красивую невозможно сломать. Ладно, леший с тобой. Оставайся пока. А меня не боишься? Себя? Мужика. Все-таки с мужчиной в четырех стенах. Который, между прочим, отнюдь не монах. А тогда же веселее, когда поем. О, повеселимся вечером. Угу, выпьем, споем. Ну, песня тут не хитрая. Погладить бы надо. Какая мне будет за это награда? Награда за платье? Да плачь при чем? За стол, за жилище. А, вот ты о чем. О любви. О чем? А я о другом. Утюг бы мне. Ладно, вернусь утюгом.